Йохеми. О боже! О, у тебя тоже, да, что-то такое? Значит, мы, наверное, на одном сервере. Нифига, у типа там вообще просто... Не знаю даже, что у него там происходит. Офигеть, ты слышишь этот смех? Смех? Ну-ка. Мы с тобой в одной сейчас. Жесть какая-то. Офигеть, вообще. Страшно так. Ну не страшно, забавно. Слушай, или это мы с тобой два бурундука под кофе, которые все в замедленном действии слышатся? Блин, что там вообще? Да, лишь с этим миром что-то не так. Это просто упоротый человек, который замедлил. Hello? Anybody here? Anybody home? Ладно, понятно. Where is the server? Эй, Тормоз, ты отлично управляешься с делами, скоро я свяжусь с тобой, да пошел ты в задницу, мне надоели твои дела беспонтовые. Давай попробуем одно мое задание какое-нибудь применить, посмотрим, что у меня за задание хотя бы. Ну, давай, потому что действительно, одно последнее время только и попадается, что мои, вот эти Джеральд, Симон, да пошли они в задницу. У меня есть Титаны одно дело и билет в Элизиум. Какое лучше, интересно, билет какой интересней. Ах ты ж нифига, ты счастливчик! Дай-ка я тебя поздравлю! Я целился тебе в голову, но ты увернулся в ответственный момент. Пойдем обнимашки сейчас замутим с тобой. И кидай приглашение пока что, я тут типа обниму. Сюда иди! Стой! Куда ты? Обнимашки! Да ему в голову целился, а когда я выстрелил, он увернулся. Я запросил дело, сейчас он мне вышлет, и мы с тобой отправимся. Белая пыль. Ой, я что-то уж даже боюсь. Здорово! Обнимашки! Куда побежал ты? Стой ты! Стой ты куда? Ой, я хотел же тебя еще в банду, ну ладно. Следующее это. Да блин, нифига он не дается и все. Иди сюда! Через улицу! Че там? Ехана он Сальтоху выписал! А, это видеть надо было, блин, он еще так хрена прямо с ракой, это в камеру. Надо будет потом глянуть, что тут там, походу, очень смешно. Иди сюда, блин, я наш контроль потерял. Чувак, да ты мне уже как родной просто сына, иди сюда, я тебя сейчас допинаю. Ой. Да еще машина так встала, как раз он, я тебе там приглашение выслал. Да, ладно, сейчас надо все к логическому завершению это довести. Бежи, смотри, какой безустый спортсмен, атлет. Под мостом стоять, стой! На тебе под траку. Че тут салонтик? Да ей, он опять. Ой, нифига, а че у меня так много людей тут было? О, все, он уже такой битый, смотри. Идет такой, уже не может бежать сильно. Интересно сделали. Офигеть, о! Сколько людей тут вообще? Как так? Ясненько. В смысле, подожди, а ты где? Ты я тебе выслал приглашение, как бы ты зайди сюда и просто посмотри на людей. Чет! А тебе присоединяются, типа, у тебя открытый подбор? Ну, дать. Походу, да. Ну, тут уже раз, два, три, четыре, пять человек. Давай быстрее 30 секунд осталось. Ой-ой. Так, сейчас. Ой, что я делаю, что я делаю, не там делаю. А, приглашение. Ламар, Варпач, во. Там Ламар. Mm-hmm. Белая пыль. Я, блин, не успел прочитать, но там, если кому интересно, на паузу, ребят, нажмете. Место есть? Место есть? Да-да-да, ты последний, кстати, входишь. Другие это что-то перебудешь. Самый, видать, такой наш. Ой, 5 секунд, 4, 3, нет, давай, человек, нет, я не смогу без тебя начать! Ты входишь! Ожидание запуска, давай. Нет, пожалуйста, ты вошел? Да. Точно? Да, зато другой типуля не зашел, я ты вижу. Ты видишь, да, Варпач? Ходит, да. У меня есть, да? Да. Все. А-та-та, цен пока нет. Так, от Мартина. Отлегло, необходимый прям, уровень 45, ваш 17. Ноль. Меня, походу, не запустят даже при всем желании. А, не удалось соединиться с GTA Online, потому что время ожидания. Да чтоб тебя...
Ну ладно, проходи там задание, пока я тут немного поизвращаюсь. Ну, ладно, я попробую. Посмотрим, что там у нас будет. К людям на улицам поприставать, это тоже такая... О, тут это... Ой, ой, простите. Тут тачка даю... А, я в своей тачке. Тут несколько тачек, вау. А, пойти что ли в гольф поиграть, я не знаю, что им сделать. У меня тут задание уничтожить цементовозы. Ой. Пошло на все. А, серьезно. Тут у меня 4 человека получается. Пакетик чая, блин. Причем тут пакетик чая? Это называется пукан не выдержал. Я просто зашел в сингл, тут... Кстати, в сингл. Я давненько не играл в сингл. Дэйв. А я до сих пор сингл не прошел. Это побед... Да ты чё? Не говори. Ты как так вообще? Было. Ух ты, нифига тут тачка у чувака. Сингл, 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 сингл. Так, чем можно позаниматься в сингле? Ой! Ой-о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 й
отдельную серию на эту тему с Франклином, но раз так получилось, почему бы, собственно, и не сделать это именно сейчас, собственно, пока там проходишь задание. Я Франклином съезжу на ту городу, Челяд. Там вроде как что-то будет, даже я даже не знаю, что именно. Тут вообще война, чувак, тут я просто не понимаю, тут... Я так полагаю, помирают. Меня не пустило именно по уровню. Ты по времени маленько не успел. С нормальной еды, говорит, надо. Чоп. Я, говорит, тренер от Веллер. Я чоп. Да ладно. Да что ты, блин, сколько мусора. Все такие, знаешь, по тачкам сели, и это... Нормальный! Выдрессировать надо. Чопа. Так, кстати говоря, я так полагаю, на... Я на телефоне его дрессировал. А, у тебя Android? Нет, у меня iOS. А, вот у меня Android, блин. А там тоже можно, по-моему, на Android. Ну да, там если выпустили, я что-то как-то не следил за этой темой. А iFruit, по-моему, называется. Да, прикольная штука, надо потом попробовать все-таки. Там и чопа можно, и, по-моему, номера изменять в машин. Что-то еще кастомизировать, по-моему, и можно. Детальный осмотр игры GTA 5 Mod On. В данный момент я буду осматривать модельку машины, белые машины нашего Франклина. Вот она как выглядит, и только посмотрите на эти полигоны. Вот на это все, так, знаете, прям вынюхать ее вдоль и поперек. Это знаешь, когда ты новый журнал покупаешь? Да. Там такой думаешь, запах, новый журнал. Да. Доза информации. Я чувствую много информации. Пахнет новыми играми. Релизы. Они были на E3. Так, ладно, все, насмотрелись на машину. А что ж, что мы тут видим? Кореш, вот это было круто, наконец-то ты чему-то научился, еще немного и ты станешь настоящим мужиком. До скорого, кореш. Угу. Извещение об обработке транзакции, только что была осуществлена транзакция средств на вашем счету. Тоси-боси. Радио, блин. Это другое дело, полетели. Так, где-то у меня тут, собственно, было... Блин, давно в сингл вообще не играл уже. Я, блин, все на шоссе забраться не могу. Где этот зеленый... Все, я нашел путь на шоссе. Возможно, я его не вижу, потому что у меня не открыта вот эта область. Фига себе. Что ж, хорошо, давайте попробуем туда сгонять. Вот только один вопрос. На чем? На машине. Ладно, поехали на машине. Отстой! Что такое было? Ну-ка. Нифига! Вот это подарочек. Чувствую, я всех моих вообще перебили. Там я, NPC, походу, да? Остался. Ну, походу, да. Что-то там все взрывается, они где там едут вообще? Надо попробовать еще раз, хотя мне писали, что допустимый уровень типа 45 для меня.
Но 17-й у меня, и возможно меня из-за этого как-то даже кидануло. О, слушай, там вообще едут поверху. Я думал, там поезд что ли какой-то, там едут вообще поверху. Сынок, это победа, я чуть не спятил, но мы все же выстояли. Надеюсь, ты чему-нибудь научился. Я уже так отдаленно начинаю подзабывать, о чем, в общем, тут вся речь была в GTA 5. Да пошел ты в задницу на своей долбаной машине. Блин. Как мог так врезаться вообще? Типу повезло. Ну просто сказочно повезло. Я на Ламборджини, он на велосипеде, узкий проход и... Так, все, я заметил эту машинку. Ой-ой-ой, да вы гоните что ли? За мной еще вертолет. На горе Чилиад после прохождения я слышал, что что-то будет для Франклина. Надо якобы туда съездить. И у него реально есть одно задание, не выполнено. Но у меня на карте ничего не отмечено, так как у меня туман войны на долбанной горе. Блин, за мной вертолет охотится. Вы гоните что ли? Как мне его убить-то? Мне надо сначала слететь отсюда. Управлять так машины в воздухе. Знаешь, в данный момент у меня видео не GTA онлайн, а как бы GTA сингл с одной стороны, с другой стороны я как бы с тобой общаюсь. Ну, да. Ничего бы и нет. Это многопользовательский такой был. Солянка. Все оправдывает. 360. Да блин! Все, миссия пройдена, мужики, молодцы. Красавцы. И по мне еще вертолет стреляет. И че, сколько вам добавили? А сейчас я скажу. Денег. Мне дали 9000. Хе-хе, всего. Да? Ну ладно. Да я рисковал своей жизнью, спасая, убивая. Мне дали за это всего 9000 толп. Там, видать, действительно, ну, в GTA Online тяжело деньги заработать, даже на твоем уровне. Че? Так, я включу свободный режим. Вот обидно единственное, что реально, вот я сейчас играю, да, сингл, тут Франклин постоянно ругается, там, когда врезается. Можешь заходить в сетевую, он закончил. Так, отвык от всего этого. Сейчас я все-таки доеду до пункта назначения. Блин, что ты становилось? Блин, колеса погнутые. Да, блин, ради ты скорость. Нет, не хочет. Ради ты скорость. Скорость, ради! Выбираю тебя, где рожаю тебя. Да, да, еще тут. Power Rangers, превращаемся. Синий рейнджер. Так же, скорость, превратись. Так вот, что я еще хотел сказать. Так вот, жалко, что наши персонажи не мы. А, в сетевой? Или где? А, ну да, в этом. В онлайне. Ну да, 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 в онлайне, да, они какие-то не живые, они вообще не разговаривают. Они как Гордон Фриман. Да, что-то мне так, если честно, как-то. Нифига, я в первый раз машину с прицепом угнал. Achievement Unlocked, это. А мне зато нравится в обычном GTA, там можно это. Блин, да в нем реально вещи. Давай я тебя жду на Muscle Carry. На Muscle. Прицеп — это прикол, особенно там вещи лежат, по горам едешь, а они это оттуда подпрыгивают, выпрыгивают, прям как Snuggle Truck, помнишь, такая игра была? Кто? Плюшевых медвежат там, ну как Happy Wheels почти, только Snuggle Truck, там надо довести в грузовичке 10 зверят. Да, 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 что-то было такое, помню. Только название, может быть, Snuggle Truck, может, нет. Ну, не знаю, у меня есть видео, можешь глянуть. Надо будет глянуть. Но я понял, о чем речь. Просто название не сильно помню. Да нет же ж! Зараза, я так долго еще ехать буду. Между фурой и машиной проехал, прикинь, вообще всю жизнь перед глазами пролетела. И мимо столба, и мимо еще одной машины. Muscle Car, я обожаю тебя. Или как она правильно называется? Muscle Car. Muscle Car — это американский вариант, а Muscle Car — это если в нашем переводе. Ну да, да, да. Ну как Car, как бы говорят,
Да. Кара. Кара. А так машина мускул. Да, машина. На-на-на-на. Мистер мускул. Веселей. Доме чисто два раза быстрее. Мистер мускул. Врум-врум. Врум-врум. Рандон-дон. Рандон-дон. Та-та-та-та. О, наконец-то, наконец-то прицеп отвалился. Да чтоб тебя за ноги ядрить, колотить попу кверху. Я машину сталкиваю в воду. Толкайся, давай. Давай. Жесть, так упасть и целёхенький, как ничего. Давай, 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 ты столкнешься, давай. А, ладненько, вроде проехал я сюда, и чё, по-моему, еще сюда надо будет съездить. А, вот же тут, по-моему, это гора-то, ё-моё, чё, я гоню. Разбиваю просто вдребезги машину. Короче, если я что-то подобное буду мутить снова, то, вот, наверное, уже в следующий раз. Сейчас надо возвращаться в сеть. Классно отдалило. Три раза так, знаешь, тун-тун-тун, и все на Франклине. То есть как камера вообще не двигалась. Мне крикнули вслед, kiss my ass. Ну, может, стоит воспользоваться их предложением. Что это за музыка у меня играет? О, Брюси, Брюси? Брюс Уэйн? Брюси Кабуц, да, я тебе большая шишка, и ты можешь ею стать. С помощью моего патентованного тестостерона. Ну, короче, это знаешь, Брюси. Разборка в крыше. А, разборка и крыша. Я думал, разборка крыша. Короче, мне позвонил Брюси и предложил какой-то тестостерон. Позвоните Брюси, чтобы заказать Bullshark тестостерон, который временно повысит вашу стойкость и наносимый урон. Ха. Нифига себе. Такие вот дела тут оказывается. Здесь все схвачено. А потом пища-то стоять не будет, блин. Потом захочешь завести девушку GTA Online? А фиг, ты принимал этот тестостерон? Да, ты звонил все. Брюси, да? Да. Плохая репутация. Да, так, моя, члены моей банды, один из членов банды. Так, где ты тут? А, что ж, сейчас, где у меня есть этот самый... Ага. Разборка и крыша. Мы знаем, что ФБР прослушивает, что... Кстати, поставь закрытый подбор игроков. Отлично. Билеты не получают действительно ценную информацию, настолько ценную, что я готов хорошо заплатить за нее. Напади на их. Нифига себе. Ты представь. Это, знаешь, ну, то ли у меня сейчас задание... Угу. На уровне, я не знаю, там... бандитских разборок, или ты мне сейчас кинул, напади на офис ФБР. Так это как это вообще, ну, непостижимо. Что горело? И я в игре, разборка и крыша. Тут какая-то фиолетовая машина. А ты уже за рулем? Да, я за белой машиной. Ладно. Что ж, поехали, надеюсь, я... Блин, я, мне становится интересно, уже интригует, что же сейчас может произойти. Отправляйтесь на постоянно. Вот. Да, вообще. О, Сан-Андреас написано, видел его? Да ладно, не знаю, не видел, не хочу знать. Закройте. Эй, сначала нас закрыли! Никаких подарков! Че ж так машину-то заносит? Наверное, у меня задница жирная. Что-то подобное. Еее. Буду кулачком трясти. Сижу я в машине, кулачком трясу, трясу, трясу. Что же там кулачком-то трясешь, а? Ты там не вздумай мне. Да не, не в это. Новых людей. Мои кожаные сиденья, блин. Мои кожаные сиденья. Леон, ты что делаешь? Это же, кстати говоря, какой же фильм-то был? Что-то наподобие там была ситуация. Ай, ладно, неважно. Кто вспомнит, тот вспомнит. Там что-то подобное. О, смотри, тут такой дядя попу чешет. Так, Бейте профессионалов? You seriously? Ты позвонил? Так, все, до свидания. Да ты гонишь, что ли? Ты оставил меня умирать? Жесть! Ты как умер-то? А! Ты просто выбежал, и меня убили. Просто следом. Жеваный торт! А-а-а, нифига дела. Ты просто посмотри на задание. Убейте профессионалов.
Блин, меня убили. Только название, знаешь, как-то это пугающе звучит. Да это мы же профессиональные, да, истреблена. О, нифига, он всех убил, что ли? Одного позвали, он затащил. Что ж, давай я буду за тобой наблюдать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, украдите документы, а здесь нельзя зайти? Ладненько, что ж, будем за тобой следить, режим камеры. Не, тебя... там fuck you. Я, конечно, все понимаю, что ты делишь свой аккаунт со своим братом, но розовые... Но это не я делал. Я зуб даю, это не мое. Меня подставили. Я так, я буду розовый красить только тогда, когда буду женским персонажем играть. Да, это, наверное, будет, когда вот, GTA на ПК выйдет. Почему-то у меня, я когда играю не женским персонажем, у меня розовое оружие. Ну блин, а тут наверху-то делать нечего. Ну они внизу, потому что он там последнего убивает и гг. Не-не-не, там вон их сколько там всяких значков, знаешь. Ты просто наверх залез, и, а здесь сделать. А я думал, знаешь, там выход на парковку будет. Все, да все, да, там где-то все. Блин, убили меня, жалко. Причем прикольно, он сам как-то поворачивает так на поворот. О, украдите документы. Я тебе, если что, подсказывать. Он на машине, ты прикинь. Офигеть. Надо типа мы убить. Должны их еще и догнать, что ли? По всей видимости. Ну давай, жми, покажи свои навыки вождения. Это же... Я чувствую, что у меня здесь машина, колесо спущено. Пипец фильтры. О! Подозреваемый известен в криминальных кругах под кличкой Варплач 991. Задание разборка и крыша. Есть информация, что подозреваемый связан с бандитской группировкой онлайн-мясо. Помогал ли массаж найти партнера для секса? Массаж... Стриптизерши начнут работать на местных автобусах. Нифига себе. Подозреваемый известен... Так, это все, это, короче, я... Фильтр такой. Да-да-да, я помню, я за тобой наблюдал часто. На-на-на. Ладненько, прострели ему колеса, голову или еще что-нибудь. Блин, ну ты че, он не может попасть ему в голову, я-то рулю. Мне это тяжелее. Я просто боюсь, если мы взорвем машину, то... А, нет. Да, именно это... Да. Ну да, этого я и боялся. Так, ну, общем... здесь тогда с гранатомета вообще не вариант стрелять. Да уж, наверное. Когда нужно какой-то объект захватить, это явно как-то не вариант. Зато можно же импровизировать, ты не забывай. Кстати, можно было бы украсть полицейскую машину, выложить там шипы или что-то подобное. В машине нас не заподозрят. А еще, где твоя снайперская винтовка? Она тут очень даже бы вошла. Давай я буду со снайперки крыть. Ну давай, там тем более машина в какой-то момент может выехать с этим документом. Жопу вам не торт. Я как дурак, короче, снова. Да блин, машин вокруг нет вообще ноль. Ну ноль. Блин, и где его добыть-то, чтобы укрытие себе сообразить? Нифига, они еще по мне умудряются попадать. Перебейте профессионалов. А ты же жив должен быть там. Не, я умер. О, этого чувака тоже убили. Не, нет, ты жив сейчас. Ну сейчас-то я жив, да. Я... Да. Да блин, да какого хрена машины исчезают? Это уже меня начинает накалять, что за. Вот, ты посмотри просто на карту, там цветочек такой из красненьких кругляшков. Да, мило. О, крадите документы, жди машину, чувак, чувак, жди машину прям на выходе. Сейчас она лоханет нас и с другого выхода выйдет, да? Возможно, может. Да, быть. Машина выехала с другого выхода. Серьезно? Серьезно. По-моему, да. Нет, посмотри, да. Черт. Oh, shit. All these fucking animals, нет, нет, не убьете свинопауки. Что это такое вообще? Ну ладно, на этом так на этом. Ты пешком? Ну, знаешь, я лучше пошел пешком, чем я е... Я вижу, начал твой я. Машина не лучше, я тебе говорю. Но у меня так кабриолет. Ну так у меня тоже кабриолет, только красного цвета. Да-да-да. Сейчас просто красный и синий. Я просто увидел, на чем ты поехал, такой это. Не понял, что совершенно не вариант. Что ж, украдите. Ууу!
Чувак, ты когда-нибудь сдохнешь, нет? О! Документ брошен, нифига себе, ты молодец. Это все, это малышка. Кишка, малышка. Я врезался просто в документ машины. Я сяду к тебе в тачку, ты водитель у нас. Да, мы можем на красный поехать. Да лучше на красный, моя что-то уже повредилась. Че ты сигналишь, а, нигер? А не надо! Ты я попасть по нему не мог, три выстрела сделал. Гоним, чувак, чувак, уезжаем, сзади машина, уезжаем. Че, доигрались? Доигрались вообще, я сейчас их буду сбрасывать. Нет, нет, главное... Блин, ты прикинь, мы это какая-то мафия. Черт. Бум? Нет? Ну ладно. Вроде они отстали, как бы это... Не должно ничего быть. Между нами все кончено, ребят. Машина-то реально как из мафии. Да. Какая там музыка в мафии-то была? Че, напевить-то хоть? Они были не на помню. Знаешь, такие вот все музыка 50-х. Это еще из Fallout тоже много вот этой стилизованной музыки. Да я ты кто так? Нет, чувак, это очень плохо, это очень плохо, я тебе говорю, он взорвал. Да блин, светофор еще сверху накрыл, да что пас. Ой, я взорвал. I don't want to step troll. Че, машина, давай. Да-да-да, это в Fallout было. Катаемся такие, блин. Одно из самых тяжелых заданий за все время и просто пофиг, че. Да, мы поем песни с Fallout. О, закат такой еще. Романтика, блин. Романтик коллекшн. Может, заедем кинцо посмотрим? Да не, у нас что-то документы какие-то важные. Да, мы должны их доставить. Доставьте кейс Мадрасу. Окей. Куда-то нас окольными путями. А, это мы к этому должны доехать. Фига впереди джип топит. Сейчас я просто представил, открывается багажник. Ой, что-то я кинул. Аккуратно. И там просто, знаешь, пулемет. У нас машина, и я кинул дымовую шашку, надеюсь, он умрет. Или попутает, что. Ты можешь его подорвать? Пожалуйста. Да. Да идите, дрить. Ой, отъедь от него. Падла. У меня здоровье осталось. Все, меня убили. Живи, сына! Ну пересядь! Я умер! Я вышел из машины, меня задавили.